Права людей с инвалидностью и трудности их интеграции в общество – это территория. Активисты хотят помочь людям в инвалидных колясках и с нарушением зрения, а также призвать украинское общество к терпимости и устранить барьеры, с которыми инвалиды сталкиваются в этой стране. Виктория уже 11 лет в инвалидной коляске, ведет очень активный образ жизни, много путешествует и обожает красивые наряды. Вот только говорит, с одеждой иногда возникают проблемы. Красивой быть не запретишь. В Украине дизайнеры подготовили сюрприз для людей с ограниченными возможностями. Они создали функциональную и красивую одежду, которую демонстрировали модели на колясках. Показ прошел под девизом «Каждая женщина должна быть счастливой». Организаторы отмечают, что в Западной Европе мода для людей с ограниченными возможностями становится все более популярной. Но в Украине это направление не развито совершенно. Именно это они и хотят исправить. Проблема в том, что людям с инвалидностью нужна не жалость, а равноправное участие в жизни общества. Цього разу на українському модному тижні працюють і люди з обмеженими можливостями. Це і вихід в світ, і сподівання, що дизайнери зрозуміють їхні проблеми. Допустим, якщо купити піджак, то ти сядеш, він надується. Або ж какая-то куртка теж надується. Приходиться дуже довго вибирати. Даже переплачивать за нужную тебе українських дизайнерів наважились і створили зручний та функціональний одяг для жінок з особливими потребами. І цей одяг можна було отримати в подарунок. Мені дуже хотілося допомогти цим людям ще більше самоутвердитися, щоб знали, що світ о них не забув. Особливі моделі – це красні моделі. Мода для людей з ограниченими можливостями – це перше не тільки для мене, а взагалі для України – це вперше. Потому что до этого никто такого не делал. На подиумах мы привыкли видеть модели с параметрами 90-60-90, красивых и очень далеких от реальных форм. Но сейчас на подиуме женщины в инвалидных колясках, они прекрасны и уверены в себе. Ведь главная цель этого показа – доказать, что каждая девушка в гармонии с собой может и должна быть счастливой. Антонина Моровди, Евгений Сакун, подробности телеканал «Интер».